Хочу сказать и призываю относиться к природе бережнее. Сейчас я нахожусь на повороте на Пичугу, это Дубовский район Волгоградской области. Буквально в нескольких километрах от трассы находится родник. Чистый, с питьевой водой, куда приезжают люди не только с близлежащих районов, но также из города Волгограда. Рядом с данным родником расположилась огромная свалка. Свалка, которую никто не убирает. Я так понимаю, что никто не следит за тем, как мусор туда вываливается. Поэтому хотел бы обратить на это внимание и, соответственно, разобраться в сложившейся ситуации. Помимо этого, также ведутся непонятные работы по добыче природных ископаемых. Думаю, что необходимые проверки со стороны руководства Дубовского района в данном месте должны пройти обязательно. Всем спасибо, Алексей Ульянов.